Подержите, пожалуйста, минутку. Так, ладно. Подождите, а где... где наклейка с адресом? Она вот здесь, смотрите. А, теперь вижу, спасибо. Ага, я понял, из Германии, окей. Я должен свериться, давайте откроем. Окей. Проверим, и я подпишу. Хорошо. Да. Она пришла с опозданием? Да, но я не знаю, я должен был к 11 приехать. Окей, окей, ничего страшного, я думаю, там все в порядке. Вот так. А, привет, привет. Guten Tag, или как там по-немецки? Давай, вылазь. Guten Tag. Как дела? Все, готов, пойдешь играть? Все, иди гуляй. Давай, до свидания. Пока-пока. А, не этот. Guten Tag, Guten Tag. Окей. Я вообще не говорю по-немецки. Пи***ц. Подождите, вы просто достали малыша из коробки? Да, они доставляют нам их из Германии. Доставляют из... Вы что, угораете? Да, они доставляют нам их из Германии. У нас есть специальная программа по обмену. Это что, какой-то розыгрыш? Он был у меня в машине, он был у меня в комнате. Всю ночь он простоял в этой коробке на кухне. И даже на кухне? Нет, ребенок в коробке. Да, ничего страшного, они же ему положили рюкзак, что-то еще. Подожди, чувак, ты же понимаешь, что это пи***ц. Подожди, чувак. Что? Воу, а куда малыш пошел? Подожди, чувак, ты хочешь сказать, что этот мальчик всю ночь просидел в коробке? Ну да, они отправляют их, они отправляют... Да, они отправляют их вроде бы как с самолетом, так что они должны их быстро доставлять. Это пи***ц, вы что, угораете? Да. Подожди, чувак, он же был у меня... Его же нужно накормить, где он? Да нормально они их кормят перед отправкой. Он же убежал. Так он ради этого и приехал. Это что, какой-то розыгрыш? Да, да. Бро! Да он пробыл здесь всего 36 часов, тем более у него есть огнетушитель. Огнетушитель? Ну так, на всякий случай. Какой случай? Но он же приехал из-за границы. Я говорю о том... А что вы делаете потом с этими детьми? Ну, они тестируют какую-то игру. Они не отправят их назад в Германию, пока они не пройдут эту игру. Нет. Подожди, чувак, это же пи***ц какой-то. Они просто отправляют детей, как же миграционная служба? А, так это не проблема, они прям на коробку ставят все нужные штампы, когда отправляют. Это легально? Конечно, наверное. Твою мать, чувак, ты просто взрываешь мой мозг. О, да-да. Забудь и просто отпусти, слова не значат больше ничего. Из телефона удали воспоминания все до одного. Уже не будет все как прежде, к черту все надежды из чистого листа. Забудь и просто отпусти, это не любовь, это просто игра. Забудь и просто отпусти, это не любовь, это просто игра.